Так, всем привет. Вот второй день. Вчера все смыл смывками лестницу свою. Смыл все двумя стронг, которая мягче. Теперь масло. Масло для террас, замешанное в цвет у меня. Свежая кисточка такая, хард фирменная. Значит, что? Кисточку. И наносим масло. Цвет будет вишня. Такая спелая. Значит, как, нанесу сейчас масло, оставлю впитаться на час-полтора, распределю его более равномерным слоем и оставляю сохнуть на сутки до завтра. Завтра после обеда нанесу двухкомпонентное Decking Coil Борма с добавкой антискользящей. Ну, соответственно, завтра сниму второе видео, как все будет выглядеть по итогу получится. Сегодня максимально все покрою маслом. Все сделаю в цвете, поэтому полный обзор, сам продаю, сам использую, использую много разных пропиток, поэтому покажу вам завтра тоже финишное решение, как получилось с маслом террасным Тикурила. Вот для этой террасы тоже возьму состав, покрою все, все, следите за обновлениями.